Я думаю, во-первых, важно помнить, что все работают над одной общей целью, которая является улучшение жизни детей с аутизмом и их семей. Если все ведомства продолжат придерживаться этой цели, то работа будет, несомненно, эффективной. Во-вторых, когда ведется работа с правительством или какими-либо государственными организациями, существенно выступать кому-то одному, говорить единолично, даже если разные некоммерческие организации имеют несогласие по каким-то вопросам, нужно стараться держать их при себе при работе с государственными организациями и агентствами. Мне также кажется, что и родители, и люди с аутизмом, если такая возможность имеется, должны быть вовлечены в обсуждение, потому что в противном случае их мнение может теряться в приоритетах различных организаций. Любая деятельность некоммерческой организации должна происходить при непосредственном участии людей с аутизмом и их семей.